апостола Петра, 3 глава 9 стиха. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Читающие Библию сейчас посвящаются с этим словом обетование. Обетование – это усиленное обещание в виде обета. А где, какие обетования? Надо смотреть Писание. Иногда родители, умирая, наказывают что-то, а стоящие рядом с ними, то обещают, что направят свою жизнь, не будут это делать. Это по-человечески. А что наказывают родители, умирающие? Надо посмотреть Библию, осмотреть. А то есть бывает такое наказывает, что не спасительно совсем. Остается одна дочь, а мать умирает и наказывает, что ты тут живи, посмотри, чтобы квартиру общежитием не делай, со следующего человека не прими. И приходится потом все это разрушать. И человека того сохранить, который умер, я говорю, человек без памяти говорю, он должен наоборот сказать. Ты будешь делать так, чтобы каждый квадратный метр принял человека, да сделай комнату на 3 этажа, под картами. Чтобы люди славили Бога, чтобы ангелы здесь присутствовали. А мне мама наказала. Ведь Бог будет прийти, потому что мать наказала, а что Бог обетовал. А вот Божье обещание – обетование. Я попытался их сконцентрировать в одном предложении. Рай, ад, вечный Бог. Все. Все обетования. Вот пропели. Сиры их дому приели. Мы раскрыли, значит, о нем Христа. А путь грешный сбит, и дальше Господь царствует под этим. Все рядом находится, только внимательно надо смотреть. Начинаем читать Библию. Человек в раю. Рай. Согрешил, отступил. Вот. И дальше вечный Бог. Эти обетования остаются в силе для каждого человека. Бог говорит, я предложил тебе сделать выбор. Выбор сделать должен каждый самостоятельно. Подсказывать можно, но ты должен внутренне решить. Вот так. У тебя руки есть, вот две руки, правая и левая. Бог говорит, правая пойдет в рай, левая в ад. Судья Божий, ищите благословенные от Отца, стоящие по правую сторону. А потом идите проклятые в огонь вечный, смотрите. Все решается судья. У меня две руки, очень просто. Эти обетования прямо на картах нарисованы. Даже нет рук оторванных, но две стороны-то оставить, левая, правая. Ты где хочешь быть, сам себя реши. Вот Бог дал нам обетование. А некоторые посчитают, что Бог их обетования эти не выполняет. Обетование его, главное, что я приду, я расскажу по правде, это главное. Я вас оставляю, не сердце. Я вам даю руководителя, вы его слушаете, но этот руководитель будет действовать очень тихо, в тихом веянии ветра. Это Дух Святой. Деяния апостолов, 7 глава, 17 стих. По мере того, как приближалось время исполниться обетованию, народ возрастал и умножался в Египте. Так их мало было. Обетование должно исполниться, оно не сразу. Его не умирают люди, больных нет. Умирают в рабстве, а дети более здоровы, чем те, которые изнежены египтяне. Вы знаете, какое указание было убивать мальчиков всех. Ничего из этого тоже не получилось. Обетование должно исполниться. Это обетование в каждой семье. Будут рождаться дети, и они должны быть благословением. Бог сказал, он верен в своем слове. Божье обетование всегда точное. Он может отложить. Отодвинуть по молитвам. Но если сказал, непременно будет. Умирает совет. И говорит, сын мой, ты помнишь, приходил пророк Иона и проповедовал, что Ниневия будет разрушена через 40 дней. А ведь она не разрушена. Отец, правильно, сынок, Бог отодвинул. И постарайся выехать отсюда. И написано, что сын его слышал, что Ниневия была разрушена. Пройдут десятки сотни лет, но непременно это сбудется. Сиры и Даву Бог примет. Когда? Когда они в Боге.
Все обетования даны только согласно Слову Божьему. Добавляй к этому. Все обетования согласно Библии. Не так, что я подумал, мне кажется, ни одного обетования мусульманам Бог не дал. Ни одного обетования еретикам, сектантам Бог не дал. Он только дал одно обетование. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Нет церкви, нет спасения. Все время повторяют. Нет спасения. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, не к сердцу. Вот это обетование Божие. В церкви надежное место, где можно спастись. Где можно спастись? Только в народе израильском. Как было сказано? От него придет спасение. Это обетование. Обетование все заключалось в том, что родится Иисус Христос. Мы уже вошли в это обетование. Если мы признали Иисуса Христа единого Святой Троицы, равному Отцу и равному Духу Святому. Деяние 13:32. И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнен нам. Воскресил Иисуса из мертвых. Ты веришь, что Он воскрес? Смотрите, нация. Христос воскрес. Уже мы вошли в это обетование. А для чего это? Если Иисус воскрес, Он и наши тела воскресит. Мы ведь очень часто забываем, из чего мы состоим. Скелет, который распадается на части. Вот посмотришь, когда на скелет, вот здесь будет помещение одно. Заходите туда, посмотрите. И скажи, это я. Так ну ладно, посмотри. Он еще долго будет жить. Обложенная, быстро истекающей плотью, она в один год стекает в гробе. Кожа, одежда, все истлевает. А дух остался. Бог обещал, исполняющий заповеди мои будут свят. А какие? Сейчас спросили. На каждом богослужении. Блаженны нищие духом. И начинай себя исследовать. Бог дал, ибо ищет Царство Небесное. Недавно мне один священник говорит, ты говоришь слишком строго. А написано, вина Елея не повреждает. Вино это строгое учение, а Елея это мягкое. А ты столько говоришь, что люди обопьются и их вырвет. Слова только будто бы обидные. Я перекормил вроде. И я пришел снова к краю Библии и увидел, вся Библия состоит из вина. Вина, непременное вино. Строго. Так, грозит, страх Божий, наказание, звери, истребление, болезни, смерть. А елей каплями, если. Через это если надо перемещать сначала. Если. Будешь почитать отца и мать, будешь благолетен на земле. Если будешь кроткий, наследуешь землю. Если будешь смиренный, нищий духом. Если будешь плакать, если. Не будешь молиться, ничего не будет. Бог дал обетование, и все я с вами во все дни до скончания века. Кому Он дал обетование? Те, которые живут по закону Его. Те, которые находятся в церкви. Третья книга Езры, 7 глава, 24 стих. Люди презрели закон Его, отвергли обетование Его, не имеют веры к обрядовым установлениям. Значит, веру нужно иметь к обрядовым установлениям. Почему мы крестное знамение не совершаем? Почему? Я разговариваю сейчас с сектантами. Говорю, вам снятся? Вот нечистая сила. Конечно. Ну, бывает, наступает темно. А как вы от нее отбиваетесь? А я имя Иисуса призываю. Здорово. А еще как, мне же неудобно говорить, я никогда не крестился, но вообще я говорю, перекрестился. Перекрестился, говорит, он сразу отпустил, упал. Я говорю, сразу задумался, а говорить, что Бог не требует служения рук человеческих. А почему так? Конечно, это сон. И потом я слышал это не от одного. И крестил его крестным знаменем, где его супостатор? Здравом, запомните, не бороться только надо, а только побеждать. Он сокрушен под ногами нашими. Это обетование Божие. Деяние 2.33. Итак, принял Отца, обетованного Святого Духа, и излил Его, как вы ныне видите и слышите. Какое же богатство излияние Духа Святого. Он не обещал, Господь, я уйду, и вот вы здесь должности хорошие займете, министрами будете, дети ваши кончат все высшее учебное заведение, у каждого будет квартира хорошая, престижная работа. Ничего этого нет. Гнали меня, должны знать, а это обетование. Гнали меня, за что?
за слово Отца моего. А теперь блаженные избранные, за что правда ради? За имя мое. А не просто Боже, что ты на работе что-то нехорошо сделал. Нарушите закона государственного. Деяние 2:39. Петр говорит, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. А какие же это обетования? Он не сказал, что будете долго спать. Эти обетования приходят в молитве. И когда они были вместе, во время Дух Святой сошел. Всегда в молитве. Кто долго спит, он проходит мимо обетования. Возьмите себе за правило. Где бы ты ни был, в выходные дни, должна быть интимная встреча, то есть интимная, личная, не на показ, встреча со Христом. И человек, знающий силу молитвы, он горько переживает, если проспит, он лохает, вздыхает, я не вовремя встал, моя встреча запоздала, а может Господь хотел что-то сказать. Бывает ночью нежно что-то строит, стукнул кто-то, не знаю как кому, но я с первого дня положил себе, что это ангел будет на молитву. Я ни разу не просчитался. И когда услышал от других, которые говорят, мы сказали по стуку, и однажды я не встала, подумала только легла, и это прекратилось навсегда, я понял, с этим играть нельзя. Господь побуждает вспомнить о тех, милиция охраняет порядок, пожарники дежурят ночами, границу охраняют военные. Почему я не имею права или по какой причине это мне не должно вставать-то? Когда я стою, такая безопасность, идем не боимся сады, никто нас снайпер с кандидатов не целится. Мы и забываем это все. Бог дал обетование детям своим. Мы буквально плывем. Я поставлю охрану мою. И как написано, живущий под словом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. А теперь, дальше научу беззаконным судьям. Это в обетование входит. Наши братья снова сегодня собираются. Вы не можете пойти, участвуйте как можете. Сами думайте, где-то средствами, на бензин собрать, кто-то везет. А вы на свои, сегодня же сделайте сбор. Пошло, на воскресенье человек возил, не компенсировано. Сегодня, как только выйдем оттуда, сразу в городе портрет. Мы всегда делаем в городе так. И нас Господь обильно благословляет, чтобы больше этого не было. Входите в это обетование. Ничего дороже спасенной души нет. Деяние 26 глава 6 стих. Павла судит. Он говорит, вот я стою перед судом за надежду, обетование, данную от Бога Отца нашего. Меня бьют за надежду обетования. Бог сказал, будь верен. А нет никакой уходит надежды. Не сказали платок снять, сняли. Не снимают. Ни пояс, ни платок. Потому что нет уважения к обрядовым установлениям. А пояс это намекает об истине. И ты на работе себя так же ведешь. Зачем брать следствие? У них вообще порядка никакого нет в государстве относительно одежды. Нет закона. В открытых храмах патриархии нет. Приходят и шляпки, и крашеные, но как платок надели по форме, они бунтуют священники, и буквально с ума сходят. Так ну, ясно, что это не просто так. Это не просто часть материи или веревочка какая-то прямо. Они против пояса бунтуют. Деяние 13:23. Бог по обетованию возлюбил Иисуса Христа. Он обещал. Ничто не указывало на то, что израильский народ дождется мессии. Чем дальше, тем глубже он погружался в бездну. Непрерывно смуты, перевороты, убийства, злодеяние за злодеянием. Исаия говорит, злодеи, злодействуют злодейски. Даже сказать невозможно. Шатается, говорит, нет вина пьяной, пьяный, понятно, шатается. От ложных видений, от ложного учения. Христос приходит в храм пустой. Единственное место средоточия святости храм сделал свертеком разбойников. Но Бог оказался верен. И оказались неверны, отступили. Бог верен в своих обетованиях. 1 Иоанна 2:25. Обетования, которые Он обещал нам, хорошо запомнили, жизнь вечная. Как рай. Он обещал нам. Вот это елей. Но елей через бездне. Он обетование дал. Но теперь потрудись. У меня был очень уважаемый брат Александр, умер. Он сидел в вузах. Ему было видение, как он рассказывает. Облако, из-за облака булава, копье и меч.
И было страшно, что такая будет муза. А потом он спросил: Господи, а достигну ли я обетования данного тобою? И голос прозвучал: если потрудишься. Потому что отныне Царствие Божие достигает трудом, восхищает его трудящимися великими усилиями. Каждый день полагай, а что я сегодня могу сделать для Царства Небесного? Чтобы тебя никто не подталкивал, но ты уже, судя по возрасту, ладно, бежит за учителями. Оно снова надо кормить молоком, Павел говорит. Как огорчительно это слышит. 2 Петра 3.13. Мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли. Рай. И обетование становится на это. И обетование в равной силе относится и к погибели, если не будешь исполнять. 2 Коринфянам 1.20. Все обетования Божьи в нем. Да, и в нем аминь. Если все будет говорить, что ничего не будет, как Господь сказал. Вы видите, что сейчас поставлено? Все буквально. Гибель России. А что бы вам у мировой застрелиться, погубить русский народ? С народом, я говорю, покончено. Покончить может православной верой. Мы будем молиться подпачивать нравственность. Это план такой, его печатают. Что удивительнее всего для меня и по сегодняшний день, как будто загадка является, что это делают, публикуют материалы коммунисты, главные люди, главные разбойники. И Бог берет и через них публикует эти материалы, а так называемые демократы молчат. Мы будем оболванивать и дурачить народ. Я сегодня будем прочитать газету «Адайская фраза», мне не печатано. И дальше вопрос ставится, так сумели ли? Да. Что это там мы все болваны и дурачи? Я отвечаю, да, приходится согласиться. На поводу идут. Я повторяю, великая ценность дети. Смотрите. Каждую минуту молитесь о них, без благословения, чтобы они выходили. Спросите детей, какой стих знает наизусть, чтобы она сказала, и сказал им Христос. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие от Марка 16:15. Чтобы они могли назвать Богу стих. Посвятите этому утренние часы, чтобы ребенок какую-то картонную, твердую бумагу вырезал, в карман положил и днем несколько раз повторил. А вечером спросите. У них ум податливый, легко запоминает. Учителя, поставьте себе это в программу, сверх программу. Ведь некоторые учатся в школе, а плюс тому еще учатся иностранные, детей изучают, спецшколу посещают. Некоторые балетные какие-то, иные музыкальные. Это же надо расширить. А вот Господь одно. Наши дети получили обетование дойти до Царства Небесного. Все остальное, если Царство не будет достигнуто, не имеет никакого смысла. И он сказал, благословлю наследие свое. Благословлю, он дал обетование, дал Аврааму. Это, Павел говорит, обетование на нас не сходит. Ефесянам 1.13. Мы запечатлены все обетованным Духом Святым. Бог обещал дан Духа Святого. Духа Святого, кто не имеет, тот не его. Можешь молиться, ходить, кружиться, ничего не будет. Поэтому молитва в старине детстве стоит в начале всех молитв. Раньше «Отче наш». Вот не задумываешься, а потом начинаешь смотреть, так молитва «Отче наш» самое главное. Так-то так. Но и она будет полезна, если Дух Святой растворит ее верою. Приди и вселись на нас. И какую работу ты сделаешь? Сначала очисти от всех этих скверн. От дурных мыслей, от человеческого научения, от того, что не ставит Библию на первое место. Чисти нам, Господи. Вот Давид написал псалом самый длинный 118-й. Я им занимаюсь уже, попишите, 45 лет. Я не могу никак соединить все эти места. Как он мог, разве не стали стихи, потери стали, как что будет. Но мне понятно, что в конце он говорит, хотя 176 стихов, но слово Библия вмонтировано 185 раз. А в конце говорит, разреши меня, заблудился эта коса потерянная. Бля, ушел неизвестно куда. После всего, что ты делал в конце жизни, закрывая смерть на глаза, скажу, спаси меня, я заблудился как отца потерянный. Но благодарю тебя, ты все же сохранил меня в церкви. Ушедший из церкви теряет все. Почему? Обетования нет нигде, кроме как в церкви. Почему? Окажу тебе брак Агнца. Брак Агнца и жена его приготовила тебя, кто в церкви. И святые, сердце, все до одного боролись с ересями. И собирались против ереси. А местные собрали против ереси.
Сектанты сегодня слово ересь истребили, как будто его не верили. Заменили другим словом. Ефесянам 2.12. Мы все были некогда чужды завета обетования. Не имели надежды и были безбожниками в мире. Безбожество, ереси, заблуждение – это все дела плоти. Дела плоти – это непокорилость, обида, зависть, ревность. Все это дела плоти. Ефесянам 6.2. Почитайте отца и мать. Это первая заповедь обетования. Хотите, чтобы дети ваши под защитой обетования Божьей были? Приучите их смиренно разговаривать с вами. Вы видели фильм «Искупление» про евреев? Они не согласны, большие сыновья, женатые, у всех дети большие. Но отец вышел, сказал, и они так и говорят, мы не хотим, чтобы ты пришел к нам, но отец не вел. Все на этом. Отец сказал, я не знаю, откуда наши родители это знали. Я тут задание сделать, делать, иначе иногда скажет, видите, что мы не справились. Дети, а что отец скажет? А что скажет, мы бы сегодняшний день даже не знали. Но на нас это, как говорят, магический действовал, страх какой-то нападал. Отец скажет, это не так будет. А против отца сказать или верным словом, ругающийся матерно, он принес мать. Твою или чью-то, проклят. Мы находимся в стране, в мире проклятия. Никаких обетований этому миру нет. 1 Тимофею 4.8. Люди много отдают сил спорту. Я был в Америке, много ездил, от побережья до побережья. И где бы ни был, маленькое какое-то поселение, везде спортплощадки. И меня играют непрерывно, тренируются. Я говорю, а почему это так? Они говорят, здоровье сохранить легче, нежели лечить. У нас страшно дорогое лечение. А мы этого не понимаем. Как говорит не удивительно, что почему-то называется шведская стенка спортивная инвентарь. И вот пишет Владимир Соловьев, читатель, я говорю, долгое время был в Швеции, вы мне не поверите. Я не встретил ни одной женщины, ни одного мужчины с лишним весом. Давайте бороться и с этим. Обетование дается телесному упражнению. Ну, оно очень такое кратковременное. Телесное упражнение мало полезно. А благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Жизнь настоящая, то есть ты будешь здоров. То есть более здоров. Многие болезни уходят вместе, когда уплывает излишний вес. Это понятно уже. Но тут требуется трудиться. Трудиться. Потому что обетование настоящей жизни, конечно, хорошо. Но будущая жизнь, и Бог обещает. Если будешь благочестив. Благочестивый человек никогда не будет дерзить, он не будет наглеть. Я вам вчера говорил про наглость. Это принцип последнего времени. Евреям 4.4. Будем опасаться, чтобы когда остается еще обетование войти, покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Сегодня еще время, можно опоздать. По разным причинам изобрети храм. И вот это уже не услышишь. Я дома буду сидеть, заниматься, но кому-то слушать. Прекрасно. И однако храм даст тебе больше. А то оставь, ты дома все равно будешь слушать. Прошу, 7 минут, которые вот у нас встать, ничем не занимайтесь, даже чтением Слова Божия. Только молитва. Встань все на молитву. Что ты Богу прочитал, и сейчас на молитву раствори веру и слышание. Ни к стенкам не прикасайтесь, ни на что не облокачивайтесь. Пришел в храм, и в житиях святых это постоянно подчеркивается, он никогда не облокачивался. А ему там что слишком лет было. И скажет, никогда не садился. Евреям 6.12. Чтобы мы не обременили, но подражали тем, кто верой наследовал обетование. А как Израиль наследовал обетование? В первую очередь они знали обетование, даны израильскому народу. Израильский народ – это прообраз нашей церкви. Все до одного обетования в Библии, только церкви. Очень хорошо это запомните. Ни одного обетования сектантам не дано. Им только 16 глава книга чисел. Живем в преисподней. А хотя они, может быть, жили более нравственно, чем те, которые остались с Моисеем. Евреям 8.6. Мы верим в Новый Завет, и Бог дал нам его, и он основан на лучших обетованиях.
как бы далеко ты ни отошел, есть возможность встать. Отступил, глупо совершил, встань. А сколько раз, он сколько раз спал. Я не поощряю эти падения, я просто говорю, не отчаивайся. Согрешить дело человеческое, а отчаиваться дело сатанинское. Вторая книга Маккавеев 15.9. Утешая их обетованиями закона и пророков. Видите, человек в печали, в скорби, скажет, Бог дал обетование. Будут умножаться твои печали, скорбь. Будут умножаться и от Бога помощь. Вот мысленно так прикиньте. Завтра сюда пришел в Китай, все будет вот тогда. Сегодня ночью подожди, ветер сильный, я потеряюсь под горелом. Скотина ничего нет, там не глава, пахта как головня изо дня. Что дальше будет? Каждый день вы молитесь, о чем я говорю, вчера раздал вам материалы, как против пожара, чтобы ни правила не нарушали. Мы со своей стороны сделать должны все, остальное дело за Богом. Господи, и тогда приготовь меня к этим испытаниям, чтобы я не возрастал. Буду лежать парализованный, что-то падает на человека. Переломанный позвоночник. Рождается ребенок больной калека. Заранее приготовь меня, Господи, чтобы я ни одного слова худого не сказал. Ты дай обетование, не покину. Не оставлю сиротами. Благословляет Бог, даровавший Петру, апостолу, рыбаку, сказать эти чудные слова, и чтобы мы надеялись на благотерпение Божие, и умоляли его, продлить это благотерпение, чтобы получить обетование, на свою жизнь, вечную пристань любви. Аминь.